центре деятельности студенческих организаций прошла встреча Комитет по молодежной политике Казанского федерального университета с представителями профсоюзного комитета Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. На заседании студенты активно работали над проектами по молодежной политике, рассказывали о продуктивной деятельности правкома, а также обменивались опытом работы в рамках профсоюзного комитета. Помимо собрания, активисты прошли экскурсию на студенческом телевидении «Универ Смотри». Мне очень понравилось в целом вот эта часть здания, я не знаю даже, как сказать, раздел такой, тем, что здесь видно, что это все делали студенты, такая свобода творчества чувствуется. Руководитель службы новостей показал медиа-центр университета, рассказал принцип деятельности сотрудников канала, а также познакомил студентов со всеми тонкостями работы СМИ Казанского федерального университета. Даже пожелать, чтобы вы и дальше продолжали развиваться и делать такой крутой контент. Регина Фахрутдинова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.